охотничью собаку вырастить непросто. Вот наша такса Кит. Я помню, как у него нос вытягивался, уши, туловище. Он рос хоть и незаметно, а прямо на глазах, как идут минутные стрелки. Лучшие годы жизни он посвятил уничтожению всего вокруг себя. И все это он ел. Мы страшно боялись, что он заболеет и умрет. Но Кит жил припеваючи. У нашего родненького кита завелись блохи. Только такое веселое животное, как блоха, никогда не унывает и будет скакать всегда, даже когда погаснет солнце. Собака в наше время без блох. А кто вам сказал, что это собака? Это крыса. Американская циклопическая крыса. Это короткоухая такса, купленная мной и Тимохой на птичьем рынке. Вас обманули. Этот вид был найден во время ремонта канализационных труб в Бостоне. Бостонцы привозят их в клетках на птичий рынок и продают в качестве такс. И среди этих крыс встречаются людоеды. Значит, наш кит — это крыса? Раз крыса, так крыса, подумаешь. Ну уж нет, если кит съест папу, я не переживу. Так вот почему он на даче выгрыз форточку и вылетел в огород. Да, это настоящий крысиный поступок. А я его понимаю. Я-то по опыту знаю, что такое одиночество. Люся, Люся, как же нам быть? Вашу крысу надо сдать в лабораторию на опыт. Нет, ребенок, Кит! Кит! Это катастрофа. Крыса, это катастрофа, кровь. Люся. Китушка. Вот что, психи, слышал бы мой дедушка так скандербернийский всю эту бильберду. Ветеринар ненормальный, он сбежал из сумасшедшего дома. Тимоха, положи меня в кровать. Это был первый последний раз в жизни. Больше кит ничего не говорил. А когда ветеринар исчез из нашей жизни навсегда, мы вылечили кита с помощью средств народной медицины.